Ну вот мы приехали в Таштагол. Здесь вот родничок какой-то. Пошел прогуляться по городу. Значит, нашел тут мост такой подвесной почти. Вот такая панорама, значит, речка. Ну, вода мутная, дожди идут. Тут, значит, с одной стороны тайга, с другой стороны центр города. Вот какой-то храм. Тут люди ходят, бродят. Какие-то парки, все. Вообще такое впечатление, такое городишко. Курортный городишко. Природа, конечно, обалденная, запах. Вот город Таштагол, столица Горной Шории.